Год назад Волгоградская епархия Русской Православной Церкви претерпела реорганизацию. Она была разбита на три митрополии – Волгоградскую, Урюпинскую и Калачевскую. Такое решение было принято в связи с увеличением числа приходов на территории области. Разделение же призвано сделать управление ими оперативным и приблизить священнослужителей к прихожанам. До недавнего времени место епископа Калачевской епархии оставалось незанятым, и теперь сюда назначен архимандрит Иоанн. Он прибыл к нам из Московской области. Этот молебен для архимандрита Иоанна первый в новом сане епископа Калачевского и Паласовского. Он посвятил церковной деятельности 20 лет. Кандидат богословия в последнее время был благочинным монастырей Рыбинской епархии. В Волгоградской области архимандрит Иоанн впервые признается. Ему понравились погода и теплый прием прихожан. Я довольно быстро прибыл к вам, потому что по воздуху на самолете. Вот, у вас теплее, чем в Москве. Вот, на несколько градусов. Ну, а так очень приятная атмосфера, очень у вас добрые, радушные люди, хорошие священники, с которыми я некоторым уже познакомился и ранее. В первую очередь поделился планами епископ Иоанн. Он намерен заняться организационными вопросами. Напомним, в состав Калачевской епархии входит 15 территорий области, в том числе город Волжский, Палазовский, Ленинский и Среднеохтубинский районы.